Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу представить вам самые лучшие работы этого сезона. Меня зовут Лязат Кушекбаева, я представитель жюри из Казахстана. Поехали! Исламова Амина, Анна Курульчук, Нигяр Бабаева, Сайранова Мульдыр, Алина Паркина, Камила Шаймухан, Алиса Ментеч, Текла Джугили, Милена, Нина Денисова, Кристина Лячонак, Анна Мусанап, Бакыт Дания, Сарьян Артур, Светлана Пак, София Фотини, Антонина Павлик, Марина Бондареева, Евгения Полищук, Николя Барамия, Уразгалиева Аружан, Сарах Леона Ламберт, Сапаргали Аймжан. В этом сезоне мне хотелось бы сказать, что очень мало было натуралистов. То, что сейчас, в данный момент, очень много разных жанров. И особенно я заметила, что именно из Азербайджана жанры идут какие-то космические, связанные с космосом, связанные с абстракцией. Ну, что-то такое. И очень много графических работ абстракционных, нежели натуральных, натурализма. И хочу пожелать в дальнейшем участников представить работы более живые, более красочные. И хочу особое внимание уделить тем художникам, которые представили портретные жанры. Я очень люблю портретные жанры, потому что это очень сложное, во-первых. Во-вторых, передать через портрет характер человека, сущность вообще человека, да, это очень сложно. Поэтому я считаю, что портретные жанры очень выше преимуществом. Это для тех, кто будут участвовать в дальнейшем, имею в виду. Старайтесь, чтобы если у вас будут на выбор картины или дать портретные, или еще что-то другое, абстракцию, нежели я буду оценивать портретные. Вот поэтому смотрите на внутреннюю душу портрета. Поэтому желаю всем удачи, дальнейших достижений. Всех поздравляю с победой, кто занял очень хорошие призовые места.